Куляб возник 2700 лет тому назад и на протяжении многих веков был важным политическим, торгово-экономическим и культурным центром огромной Хатлонской области. История происхождения названия Куляба связана с географическим нахождением города. На таджикском слово «кулоб» означает «озерная вода». Куляб представляет собой прекрасный и восхитительный городской пейзаж. Новопостроенные широкие и красивые улицы, густые зеленые деревья, спокойные парки, клумбовые композиции, ровные площади и исторические памятники города, безусловно, привлекают к себе любого человека.